Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусная история». У меня новая рубрика «Проверка рецептов из интернета». Вот в этом видео, ссылочка будет также в описании под видео, там делают мороженое только из фруктов. Я решил проверить, насколько это реальный рецепт, и не используется никаких ни сливок, ни молока, ничего абсолютно, что используется в покупном мороженом. Рекламная пауза. Купил банан, дыню и еще немножко голубики. Все это заморозил. И еще я дополнительно заморозил немножко льда. Нам не показывают на видео, как это все взбивалось, сколько времени. И для того, чтобы это быстро не растаяло, я добавлю немного льда. Естественно, банан, дыню и голубику я предварительно помыл, почистил и отправил в морозилку на ночь. В моем блендере перебить не получается, так как все приклеилось к стенкам чаш. Я сейчас попробую все это переложить в емкость поменьше и буду взбивать погружным блендером. Ну вот это, друзья, уже больше похоже на мороженое. Вот что у меня в итоге получилось. Пробую. Я, честно говоря, еще даже не пробовал. По структуре она похожа на мороженое, на щербет. Взбивал я в большом блендере буквально пару минут и потом погружным блендером еще пару минут. Я думаю, что если взбивать дольше, то не будет вот этих маленьких кусочков льда. Попробуйте обязательно приготовить без химии, без молока, без сливок, только из тех фруктов, которые у вас есть в холодильнике. Рецепт прошел проверку, спасибо автору, спасибо вам за просмотр. Готовьте, получается вкусно. Лайк с вас, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока-пока.